Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы снова продолжаем. Ты. Ну, спасибо. Продолжаем играть в Трайн 4. Что мы тут видим? С помощью птицы мы в прошлой серии забрались наверх. Но что-то она бросила мост после перезагрузки игры. Ну, мост нам, собственно говоря, и не нужен. Вот. Кстати, по поводу сохранения. Очень умно сделано. Тут при выходе из игры делается отдельное сохранение. Это круто, блядь, на самом деле. Ну-ка, давайте... О, блядь, не попал. Ты гляди-ка. Что? О, теперь попал. Опа-на! Вот это поворот. Вот это волки сразу тут наступают. Что, надо прыгать нам, наверное? А как бить-то, блядь? О, подожди, надо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эй, блядь, вибрацию забыл выключить опять же. Ну и хуй с ней. Да хватит меня пиздить-то. Надо отбегать. А, у меня же меч-то прокачан теперь. До каких-то неебических. Блин, слушай, не успел я щитом воспользоваться. Ну ладно, зато здоровье у нас вроде бы восстановилось. Это прекрасно. Это прекрасно. Сегодня, кстати, вышло дополнение какое-то, я читал. Тобис... Дрим, что ли? Какой-то дополнительный уровень, короче, у нас будет в игре. Как взять эту херню? Надо ее нагнуть. Вот. Нагнуть Гэндальфом. Создаем коровы. Нет? Ну как нет? Давай, Гэндальф, бери. Вот, прекрасно. Коробочку. А, все, коробочка там осталась. Хрен бы с ней. Мосток. Подождите, мосток-то это хорошо. Да что ж такое? Мосток хорошо. Надо как-то нам... Блин, не упал. Спускаемся, наверное, вниз сейчас спустим. А, здесь еще одна есть. Тогда это все меняет. Здесь еще один... Еще одна зацепочка есть. Коробки, секунду. Коробки, возможно, нам пригодятся. Покой хуй. Не, коробки нам не пригодятся. Так что сейчас берем. Да что ж такое? В горлышке першит. Берем вот эту хрень. Ставим сюда. Наверное. Бляха. Оба-на, а шипы-то с первого раза убивают. Смотрите, а Гэндальф установился сам. То есть восстановление сразу же, что ли, идет? Ничего себе. Ну, это, наверное, плохая идея, как я понимаю. Наверное, мост надо соединить вот с той хреновиной. А мы сейчас сделаем по-другому. Зачем нам учеба? Нам ум не товарищ. Не товарищ. Стихи поперли. С утрища-то, блин, а? Вот так мы сделаем. Запустим, наверное, колесо мы при помощи рычага. Совершенно верно. Совершенно верно. А Зойкой? А Зойкой нам надо зацепиться. Зацепиться за какой-нибудь... Вот этот вот... по минимуму. Опа. Ты куда? Я хотел веревку-то зацепить как бы. Вот, отлично. Чтобы веревка была как можно короче. А зачем нам это надо было сделать, я не знаю, если честно. Нам надо вот взять вот эти... А, это хуй знает. Можно было без этого мостка обойтись вообще-то. Ой-ой-ой-ой-ой, а там у нас еще... Сука, нет, не упал. Это прекрасно. Давай, поехали. Крутись колесо. Катись колесо. А зачем там зацепка вот наверху, меня интересует? А, для остановки. Да твою мать. Ох, твою же идти. Мост упал. Ну, хуй с ним. Упал мост. Зацепка, наверное, для того, чтобы колесо остановить. А зачем нам его останавливать? Кто-нибудь знает? Я нет. Ну и хуй с ним. Да. Че такое? Куда идти-то? Тут контрольная точка будет? Будет, нет? Может, она уже была где? Во, будет. О, принц, блядь. Селиан, ты ли это? Ты, должно быть, принц, которого мы ищем. Как хорошо. Я боялся, что тебя съели волки. Что вам от меня надо?
мы забираем тебя обратно в Астральную Академию. Что? Я туда не вернусь. Думаешь, мы оставим тебя одного не весть где? Слушай, мне все равно, принц ты или свинопас. Ты идешь с нами. Я не ребенок, чтобы мной командовали! Только не снова. Тут собачка-то мало побольше будет. Сели, сели его зовут. Не сели, а насели. А как его бить? Ой. О, по глазам, что ли? Сэм, я его убил. Как его херачить? Огромный кошмарный волк. Кошмарный волк. Как же, блядь, кошмарный волк-то бить? Подожди, он сейчас ведь очухается, правильно? Что-то надо сделать. Его на по башке? Нет. Что-то надо... А как его убить-то? Подождите, что-то, блядь, я не пойму. Да хватит ты! Мы его... Огромный кошмарный... Может, в глаза? Не, а может, коробку на него опрокинуть? Давай, Гендальф, создаем коробку. Или мы не можем коробки опрокинуть? О, он сейчас очнется, да? Как его убить-то? Слушай, у него какая-то кнопка выключения на лбу есть. Можешь попасть Зойкой туда? Да Зойкой, блядь, говорю. Ой. Зойкой. Не понял. Давайте дождемся момента, когда он оживет. Огромный кошмарный волк. Что он вообще в принципе делает, надо понять. Ох, блядь. Так, собака. Собака загорелась. То есть появились платформы. Честно сказать, я что-то, блядь, не пойму. Как его пиздить? Ну, появились платформы опять. Да, ну, что он делает вообще? То есть у него, я так понимаю, только... Блин, задело. Только призыв собак, что ли? У него здоровье-то не убывает. Бля. Не понял. Надо, может, его много раз захерачить? Погоди, у нас умение-то есть? Умение кидать коробки мы не можем. Левитация с притопом. Или можем кидать коробки? Левитация... Нет, не можем. Не можем. Волк. Огромный кошмарный волк. Блять, точно нахуй. Ох, вот это я что-то в самый последний момент прям догадался. Давай, волчара. Опа, отлично. Смотри, что у него какая-то цель на лбу-то. Понтик, конечно же, его надо херачить-то. Так, давай, волчара. Ой, я упал опять. Волчара. С притопом. Топать надо ему на башке. На башке надо топать. Ого, там еще один этот хер появился. Чуть не задело. А как? Вот это вот убит. Взорвал бы это самое. Гранаты, блядь, местные. Может вот так убить? Ой-ой-ой. Ох ты, убили. Ой, Гендальфа тоже поебали немножко. А как мне убить теперь? А, стоп. У нас время. Блин, все, ёбнули. Спокуха. Сейчас мы Гендальфом походим. У нас есть теперь... Ого! Нихера ж себе. Спокуха. Так, маленько его задели все-таки. У нас... Я не хочу вот того верхнего бить.
Да я его по башке прям хожу, ты смотри. О! Что такое? Спокойно. Да ладно, хорош, ты че? Слушай, это, блядь, там уж двое их, на. А меня задело, между прочим, опять. Давай, залезай. Да не бей ты меня лапой-то. Ого, прихлопнуло. Че, кого брать-то? Зойку. Зойка, Зойка, Зойка. Надо вот этих забить, козлов. Надо... Опа. Ужас. Ужас. Что творится? Давай, херач. Блин, Зойка очень медленно его ебашит-то. Где? Где у нас? Вот у нас. Блин, не кусай меня, сволочь. Сволота. Опа. Еще чуть-чуть. Волки, волки, волки. Кругом. Блять, волки-то сейчас меня опять заебают. Спокуха. Спокойно. Последний удар, наверное, да? Отлично. О, принц убежал. Тогда пойдем за ним. Предлагаю его вырубить и отнести в Астральную Академию. Давно заброшенный и заросший сад когда-то окружал и защищал замок, расположенный внутри. И теперь наши герои преследуют принца по его забытым тропам. Вот еще раз мы подтвердили то, что Зойка самая адекватная, самая умная здесь. Правильно, грохнуть его, да и все. Ну, имеется в виду, в башке чем-нибудь тяжелым. Накернить, блядь. И все, понесли в Астральную Академию. Ой, блин. Хотя бы дождь закончился. И мы в красивом саду. Оу, дела пошли на лад. И мы действительно в очень красивом саду, надо признать. Блестяще. Лабиринт. Теперь нам его никогда не найти. Ау, ты слишком волнуешься, Амадей. Шире шаг, и мы быстро найдем паренька. Шире шаг. Шире шаг. А как мне прострелить ящик? Ага. Здесь ты заденешь. Хорошо. Здесь лабиринт некий такой, да, как бы? А как нам по лабиринту ходить? Или пофигу? Сюда мы, туда мы не можем? О, там кто-то ходит. Я не могу вверх нажимать кнопку, а почему? У меня вверх я нажимаю, он бежит вправо. Вниз нажимаю, он тоже бежит вправо. Как это работает, хрен знает. Ящик. Ящик, ящик, ящик. Что-то надо здесь как-то открыть. Но меня терзают смутные сомнения, что мы можем вот туда пройти. Или нет? Не знаю, непонятно пока что. Ладно. Ящик. Тут две кнопки, как я понимаю, да? Это же кнопки. У нас есть такой ящик. Да, это кнопки. Одну нажали. Создаем еще один ящик и нажимаем вторую. Блять, проще пареной репы. На самом деле. Водичка, он белка какая-то. Ничего себе там у белки хвост. Тот, кто тут жил, явно любил воду похолоднее. А, это льдины. Ничего себе. А я нырять могу? Нет, не могу. Не, ну могу, но... Могу, но... Тут глубина не позволяет. Тогда делаем вот... Так, что ли... Спокуха, подожди. Мы делаем вот так. Кладем... Блин, ящик-то упал. Надо как-нибудь поаккуратнее его положить. Ну-ка, упадешь? Нет, не упадешь. Прекрасно. Делаем так. Опа. И берем три капельки. А он тонет? Нет, ящик плавает. Надо признать, это хорошо. Тут куда-то надо выстрелить. А куда? Подожди. Надо ящик, наверное, нам взять. Ящик-то пригодится. Может, ящик-то не для этого и... Вот, не для того, чтобы его утопить, был создан, а для чего-то другого. Допустим, вот сюда его поставить как-то. Давай, переворачивайся. Вот так вот. И Зойка, сейчас мы стрельнем.
сюда привяжем и пройдем. Ну, конечно. Конечно же. Конечно же. У нас в первой части были мертвецы, я помню. Во второй части были гоблины. Тролли, гоблины, хер знает, как их назвать правильно. В третьей части тоже были гоблины. А в четвертой получается какие-то духи. Оба. Между прочим, я отбил. Между прочим, мы сейчас так... О, а где щит-то, блядь? А, вот, смотри-ка, щит только один удар, что ли, выдерживает? Как так? Нихера себе. О, попали, скинулись по мне. Так. Сейчас мы вот так захерачим и все. Своим же оружием. А я вообще по нему попадаю, интересно знать. Не, попадаю-то точно. Сколько у него здоровья осталось? Я до него не допрыгну. Только если Зойку взять. О! Спустились с небес на землю-то. Сейчас я Зойка его захер... Блин, не попадаю ведь. Да хватит ты спиздящийся. Отлично. Отлично. Снова исчезающие чудовища. Может, их призывает принц, чтобы отвлечь нас? Волшебники упоминали, что он знает магию. Похоже, это задание будет не таким простым, как я думал. Теперь у Зои есть в колчане стихийные стрелы. Чтобы сменить стрелы, нажмите... Что, блядь? Подожди. Зойка. У Зойки есть стихийные стрелы. А, вот они как меняются. Ех ты! Это у нас морозные, что ли, как я понимаю, да? Морозные стрелы. А это огненные, да? Ого! Неплохо. Морозные огненные стрелы. У нас очки есть какие-нибудь? Нет, у нас очки. А за что нам дали стихийные стрелы? Вот за то, что мы пауков убили, вот этих вот. Вон еще один. Морозный. Подожди, что такое? Вот. Значит, это паук из Крайзиса? Почему все замерзло рядом с ним? Вон оно что. Морозных пауков лучше бить, наверное, огненными стрелами как раз. А используя ледяные стрелы, чтобы заморозить вращающуюся платформу. Заморозить... Так, подожди, что-то, блядь, я не пойму. Морозный... Вот эта платформа, она замерзнет, что ли, типа? Эх, нихера себе, блядь. Ничего себе. Она, интересно, надолго замерзает? Давайте посмотрим. А может, она навсегда замерзает, правильно? Ну ладно. Ничего себе. Вот это интересно сделано. Вон филин сидит. Что такое? Ага, здесь тоже надо морозить. Слушай, круто. Вот это новинка. Ну, здесь, наверное, тепло. Здесь она сейчас оттает. Как я понимаю, или нет? Ну, нет, она не тает. То есть мы навсегда... Опыт. А если я огненный сейчас херану ее? Слушайте, да, огненная она отмораживает обратно. Ну, это, конечно, здорово. Здорово. Цветы. Сейчас мы... Стоп. Вот туда надо направить. Ну, еще чуть-чуть. Что такое? Давай еще маленько. Отлично. Три бутылки взяли, три капельки. Доступны очки улучшения. Стоять! Есть одно очко улучшения у нас. Что мы сделаем? Что мы сделаем? Вот это сколько надо тут? Это надо... Что это вообще такое интересное? Рывок. Рывок, рывок, рывок. А у Зойки? Кувырок. Вот я бы быстрый стрелок сделал у Зойки. Это вообще нужная вещица. Две веревки. Ебано. А две веревки это нам... Сколько очков тут стоит? Две веревки. У Зои появляется вторая веревка. Господи, блин.
Где написано, сколько очков это стоит? Волшебная веревка. А волшебная веревка? Предмет, привязанный к веревке, Зои становится невесомым и парит в воздухе. Прекрасно. А, вон написано. Три. Сколько, блядь? Три очка. Хера себе, блин. Три очка. Я бы... Может, конечно, Гэндальфу сделать. Левитация с притопом. Левитация врагов. Скачок. Сотворение шара. Да, слушай, давайте я Зойку сделаю все-таки. Быстро. Вот это у нас открыто или нет? Так, это сколько надо? Два, блин, два очка. Кувырок. Зоя совершает быстрый кувырок вперед и мгновенно вскакивает на ноги. Быстрый маневр, полезный в бою. Незаменим, когда ретивый попутчик совершает что-то необдуманное. Давайте-ка его сделаем. Я хочу, чтобы она быстрее стреляла. Такой навык был в какой-то из предыдущих частей. Два очка. И он действительно помогал. То есть она перезаряжала стрелы свои быстро очень. Это круто. Что за хуйня? Да, так сделано здесь. Не понял. А, только одна. Вот так тогда сделаем. Тогда сделаем так. Коробочка. А может быть нам заморозить вот эту хрень? Допустим, ее заморозили. А что дальше? А дальше хрен его знает. Нет, надо ее отморозить. Конечно же. И чего тут? Что тут получается? Я не пойму. Коробка? Тут какой-то стопор, что ли, стоит? Да нет тут никакого стопора. Стой, ящик, ты куда? Я допрыгну? Блин, не допрыгиваю ведь. Ящик надо вызволять. Ящик надо вызволять. Вот, а с ящиком допрыгнул... Оба-на! Тихо-тихо-тихо! Не того выбрал. Не того... Пауки эти самые, ледяные. Ледяной паук. Я вам по нему хожу просто. Ах ты, сука, он еще и дерется. Зойка, огненная. Блять, мимо нахуй. Пошел с одного удара просто. С одного ударчика пауков всех мы огненных разбили. Тут монстров что-то не очень много. Потому что в первой части, что во второй. Прям толпами нападали. Там что-то внизу есть. Сменить персонажа, твою мать. А, тут некий. Стоп. Мы вниз едем. А зачем мы едем вниз? Непонятно пока что. А вот зачем мы едем вниз. Опа. Ну, тут, наверное, нам надо коробку просто создать, что ли. А потом его уничтожить. Давайте попробуем. Почему бы и нет. А. Нет. Что-то тут другое. Что-то тут другое. А чего, блядь? Стоп. Что-то я не вкуриваю немного. Ну так и мы-то... Блин, я Гэндальфа просрал. Твою мать. Гэндальф, восстановись. Ну мы сделаем коробку. Вот сюда вот ее, допустим. Поставим. И все, и поехали вверх. Ну, наверное, там... Амадей, ты поменял цвет своих ящиков. Значит ли это, что они стали лучше? Я подумал, что будет забавно, если они будут сочетаться с моей новой одеждой. Но вообще, я думал, что новое пальто вы заметите раньше. Ну, это всяко лучше, чем разгуливать в сандалиях и без штанов. На мне были штаны, просто короткие.
Припоминаю. В то время все маги носили такое. Подъебывают. Гэндальфа ты нашего. Тут что-то надо отодвинуть, правильно, как я понимаю? Стоп, ее еще куда-то прицепить надо. Или нет? Она отъезжает. А как нам? А мы сейчас. Мы, может, на цветочек, блин. Можешь еще немного веревки отпустить? Подожди! Эй, подожди! Куда? Не отпускай веревку-то. Подожди, а как нам ее куда закрепить-то? Секунду, там что-то есть по-любому. По-любому что-то есть. Куда-то надо закрепить ее. Это что у нас? Это мост упадет, да? Да, но нам он пока что не нужен. Меня больше интересует вот эта вот дыра. Что там такое? Опа-на! Две баночки. Ну, веревку-то мы можем сейчас за ящик, собственно говоря, закрепить. А почему бы и нет, да? Тогда. Ну, все делаем просто. Просто. Красиво. Во. Ох, нихера себе, блядь. Я что-то вот это... Я что-то не ожидал такого поворота. Давай-ка. Ну, подождите. Гэндальф может ее отодвинуть в любом месте, да ведь? А, ты тут не можешь. А, стоп, все правильно. Сейчас мы запрыгнем вот сюда. Секреточка. Да, сундук даже есть. Это круто. Как нам туда залезть, мне интересует. А очень просто. Создаем коробку. Втыкаем сюда ее. Я немного рассчитывал на другое. А как взять? Коробку мы можем воткнуть на самом деле вот сюда еще. Ну, если, конечно, с Зойкой попробовать. Если с Зойкой попробовать вот тут. А, ты туда ее не хочешь цеплять даже. Блин, Зойка сдохла, твою мать. А я что, не веревку не успела вылететь? Твою же идти. Не, может, тут как-то быстро действительно надо сделать это все. Я попробую. Допустим, мы сейчас вот так вот так делаем. Нет. А как же быть? Как же быть? Хочется сундук-то взять. И там и капелька здоровая. Давайте подумаем. А здесь мы никак не пройдем, да? Нет. Здесь никак не пролезть. Гэндальф. Коробка уничтожается. Ну-ка, что-то тут по-любому с коробками связано. Как-то надо их... Туда, может, как-то ее просунуть все-таки? Нет, не получается. Я туплю, блядь, не понимаю нихера. Может, здесь задумка именно, что когда две коробки мы бы смогли делать, тогда можно было бы пройти. А Зойка, интересно, здесь отскакивать от стен умеет? Не умеет. А в предыдущих частях, по-моему, умела. Что же нам делать? Заморозить, блять. Ёб твою мать. Охуеть. Ох. А вот это что-то я и не подумал. Про сей момент-то. А про этот момент-то я и не подумал.
Забавное перо. Выглядит знакомо. Вы нашли новое сокровище. Перо. Перо. А что за перо? Чье? Выходим отсюда. Замечательно. Загадочку решили. Достаточно быстро, на самом деле. Берем Зойку. Опять Зойка вот здесь самая универсальная. То есть она может как бы и за себя постоять. Ну, конечно, боец-то из нее не очень, но все-таки. Может цепляться, может толкать, висеть. Вон он, блядь, бежит. Че ты нажал? Ага. Надо будет еще что-то здесь сделать. Так. А мы вот две вещи вот заморозить не можем, да? А нам и не надо, по сути. Нам надо коробку, наверное, подожди. Мы можем сейчас коробку сделать. Так, я попробую. Нет, только одна вещь. Только одна вещь морозится. Сейчас мы берем Гэндальфа. Создаем коробку. Ставим сюда. Положи, Гэндальф. Положи коробку, блять. Да положи ты ее. Вот. Положили коробку. Кто-то замерзло. Хопа. А зачем мы туда должны пройти? А, это просто воротина, твою мать. Я ж, блядь, напугался. А мы вот... Он сейчас, наверное, разрушится, ящик-то, правильно? Ну, да, действительно. Ящик не крепок оказался. Опа, здесь вон сколько их лежит. И здесь еще секреточка еще одна. Неплохо. Неплохо. Нам надо 2 очка. Здесь, я как понимаю, надо плыть. Используйте ледяные стрелы, чтобы создавать ледяной плот в воде. Ледяной плот в воде. Ну тут вот вроде как бы глубоко. Ледяной плот в воде. Хорошо. Плот в воде раз, плот в воде два. А если я упаду? Нет, она ныряет. Ныряет, значится, все-таки. Значит, все-таки в каких-то местах можем, сможем мы плавать. Принц Селий, хватит убегать. Скажите магам, что я ношу этот бесполезный талисман, если их это заботит. И что этот талисман делает? Он должен разделять сны и реальность, но он слишком слаб, как вы уже заметили. Принц Селий. Принц, ладно, идемте тогда дальше. Лошадь без головы почему-то. А почему лошадь без головы? Хер знает. Оба! Запрыгнули, смотрите-ка. Запрыгнули. Тут в воде точно нет. Тут она плавать ты даже не может. В воде точно нет ничего. Ящички, ящички, коробочки. Оба! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, слушай, как я отбивать эту хрень могу? Оба, попали по мне. Попали, суки. Я промахнулся по волчарам. Да хватит, хватит. Все, забили волков. Волки забиты. А ящик для чего нам здесь нужен? А ящик нам нужен для того, чтобы вот ту хрень взять. Берем тогда ящик с собой. Он нам сейчас пригодится. Только в воду, блядь, его не... А, даже так. Даже так, ну ладно. Тогда сейчас сделаем проще. Вот так, наверное. Хопа, все взяли. Все взяли. Ну выше вряд ли туда можно пройти. Пропрыгать. Ледяное, отлично. Значит, мы деремся со снами? Воплощение подсознания? Возможно. Сны? А, вы о волках. Теперь понятно, почему они все. Пшик. Стоять, а как мне сюда-то? Что сделать?
Ну, шипы, конечно, не вариант жопой-то прыгать. Но есть вариант коробку сделать. Наверное, да? А что, нет? Мы сейчас на шипы ее и засадим. Вот так вот, допустим. А сейчас Зойкой протянем хрень. Опа! И все. Все собрано. Все собрано. Что это такое? Какие-то весы? Не понял. А как тут чего? Что? А, надо подвесить, наверное, правильно? Правильно. Весы есть. Не успею, что ли? Бляха-муха, не успел. Не успел. Тогда коробка. Коробочка там в помощь. Там, может, наверху что-нибудь есть, кстати? Или нет ничего? Не, а ничего нету. Бляха, стоп, как ничего нету? Вон тут два этих самых. Две каплюшки. Сколько нам до следующего уровня-то? Еще не очень много. Не очень много. А мы здесь можем одну выключить, кстати сказать, с помощью, наверное, ящика, да? Тогда попробуем. Да. Блин, какой ящик здоровый. Тут маленько ракурс сменился. Там что-то паутины какой-то очень много. Ох, твою ж мать. Ох ты. Так, ледяная. Ледяная твою идти. Не надо, волки. А что такое? Не бью. Обалдеть. Так, забили, забили. А как вниз-то? Вот, просто вниз-то. Вон этот, селий. Бежит. Сволочь такая. Может, нам вот так сделать? Ящик. Во. Я, наверное, подпрыгну все-таки. Не канает. А как быть? Эй. А, так тут вообще масс... Подожди, а как же нам туда-то пройти? Тут мост. Качелька. А, погоди, качельку можно перекинуть, как передвинуть точнее. Или нет? Ну-ка попробуем. А, она обратно отходит. Отъезжает. Понятно. Теперь понятно. Ну-ка маленько отпусти. Блин, ты его, Зойка, не туда зацепил немного? Надо было не за коробку цеплять-то. За эту пау... Как я, телегу, хрен знает, как назвать. Оба. Ушел. Цепляй. Все. Вот теперь коробку создаем. Клади сюда ее. Во. Сейчас все получится. Откроешься? Сим-сим. Открылся Сим-сим. Ну, тогда что, нам надо перерубить веревку? Оп. А, сама перекатывается прям. Ну и прекрасно, ну и отлично. Ну и мы наверху уже. Это у нас что такое? Это, наверное, надо заморозить. Так будет проще. Я что-то морозными этими стрелами ни по одному пауку не попал. Твою же мать, а. Стрелял, собаки чуть было не съели. Погоди, тут что-нибудь есть, наверное. Точно. Да не коробку, я хотел с Зойкой. Тут что-то открыть надо. Угу. Капелька, здоровая капелька. А больше нет ничего? Не, больше нет ничего. Здоровая капелька. Такое ощущение, что тут есть. Нету. Странно. Ладно. Тогда идем сюда. А вниз нам зачем идти? Тут предполагается такое, что надо прыгать как бы. А если мы прыгнем? И ничего не будет, да? А смысл тогда? Непонятно. Ладно, идем дальше. Непонятно. Тут чего? Стоп. Тут у нас какой-то замок. Замок. Ну давай-ка ее сюда вот ставим.
Оно опускается. Мост тоже опускается. А если уничтожить? Коробку уничтожь. Коробку уничтожили, и хули. А, так мы сейчас поставим новую коробку. И все. Задача решена. Тут у нас надо пробить. Отлично. Вон он, принц Селий. Почему ваши волки и пауки атакуют нас? Вы хотите нас убить? Нет, не хочу. Они возникают сами по себе. Я не управляю ими. Черт, он ускользнул. Он ускользнул. О, а как нам туда залезть? Стоп, тут коробка есть. Секунду. Коробку сейчас возьмем. Гэндальф, что ты мозги бишь? Опа, а там еще одна эта самая. Еще одну сейчас сделаем. Поставим сюда. И долезем. И долезли ведь. И ведь долезли. Сохраняшка прошла. Давайте на сегодня тогда и остановимся. Время серии подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.